В особой атмосфере радости и обновления страна встретила очередную годовщину своего взросления – 28 лет независимости. К дате готовились, ее ждали. Во всех регионах в преддверии праздника открыли свои двери объекты индустриальной, социальной, инфраструктурной значимости. В Намангане, к примеру, развернулась малая промзона, где сосредоточились более 10 предприятий. А еще открылся современный отель. Дильфуза Мадаминова расскажет подробности. Новые мощности придают особый импульс развитию и процветанию региона. Среди таких перспективных объектов и малая промышленная зона Пахта-Ликуль. На территории 2,8 гектара начали свою деятельность сразу 15 предприятий. Стоимость проекта 41,5 миллиарда долларов. Как отмечают специалисты, в результате ввода в эксплуатацию этих производств будет создано до 1000 новых рабочих мест. Предприятие «Стеклол» по и обзал «Савдо» уже успешно реализует свою продукцию на внутреннем рынке, а сегодня налаживает реализацию производимых изделий на внешних рынках. Товары в основном производят из местного сырья, поэтому и цена доступная. А использование современного оборудования при создании обуви обеспечивает ее высокое качество. К 2020 году планируем экспортировать свою продукцию в Таджикистан, Туркменистан, Украину. Стоит отметить, что на сегодняшний день мы производим обувь для мужчин и детей. В ближайшее время хотим наладить производство кожаной женской обуви и будем также ее экспортировать. В этом году мы произвели 120 тысяч готовых изделий, половина из которых были проданы на внутреннем рынке. Предприятие Grand Men's Wave, текстильная фабрика, расположенная на 20 сотках земли, будет поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на рынки соседних стран. Отметим, что созданные предприятия ориентированы на производство широкого спектра товаров. Это известная во всем мире одежда из атласа и адраса, и детская одежда, также кондитерские изделия, различная продукция из железа. Все мощности с акцентом на экспорт. А это современный отель в центре города Наманган, который в эти дни принимает своих первых посетителей. Итальянский дизайн и созданные условия на уровне международных требований. Вот основная концепция проекта. Общая стоимость данного отеля составляет 23 миллиарда, из которых было привлечено 11 миллиардов кредитных средств. Успешной реализации данного проекта способствовали благоприятные условия, созданные для предпринимателей. Таким образом, ритм перемен ощущается в эти дни и здесь, в городе цветов на Намангане.